вот. Ну, вокруг очень много были всего. Или понятно. Законодательное собрание Петербурга. Депутаты сейчас в отпуске. На место притягивает массы. И полиция у нас там. Участники скажут что-нибудь. Добрый день. Здравствуйте. ТВЛ, прямой эфир. Участники скажут что-нибудь? А, как про бензин или стоим? Стоим. С белыми листочками. Будете принимать участие? Пустые баки. Обязательно, мы принимаем участие всегда. Вам что-то не нравится? Нам не нравится. Что-то возлетело вас? Огромные цены на бензин, которые растут и растут. Как мы понимаем, скоро бензин будет стоить 60 рублей, как и в Европе. Вот поэтому мы здесь. А это Александр не рассказал, это акция она по всей стране, да? Да, да, да. Инициаторами были наши новые товарищи из ИЖЭФа. Совершенно простые люди, которые все это дело инициировали, мы решили их поддержать. Проблема актуальна для всех. Поэтому и мы должны. Поэтому мы здесь. Спасибо. Еще один из организаторов. Майки Фар. Одиночный пикет. Или повесится, или застрелится. Одновременно. Одновременно, наверное, не получится. Пусть котелю в голове начнут стрелять из-за кустов. Это подстрекательство. А я
Еще вязаночку можно бы платить, да? Можно. Нет, понимаешь, типа бензин дорожает, переходим на дрова сейчас. Новая нефтяная компания. Роснефти Разбойл. В лице нашего государства. Она на всех обыкновенных людей обувает на деньги по полной программе. Есть интересная машинка, которая очень похожа на полицейскую, но на самом деле она не полицейская. Вот такая вот машинка. Есть какие-то проблемы? Ну, документы у всех уже посмотрели. А на каком основании? Оснований нет, да? Дмитрий, что происходит? Нет, никого. Все разбежали. Мне нужны документы. Кому нужны документы? Никому не нужны. Подполковник. Скажите, пожалуйста, по моему требованию в развернутом виде ваше служебное удостоверение. Я хочу знать, с кем я общаюсь. Кто-то шоу устраивает, сам себе режиссер, блядь. Откуда у меня... Дима, береги нервы. Документы мои хочет. Под мою камеру не хочет он со мной общаться. Под твою, пожалуйста. И инспектор, который в БДД подсадил. Я хочу записать координаты. Наверное, уже не хочет. Секретно. Что на это думает господин Садольский, интересно? Все прошли для этих станций. Я очень рад, что у нас замечательная полиция, которая действующие нормативные документы сотрудников милиции не соблюдает. Они заштерились, полицейские теперь, понимаешь? Милиция предъявляла, а полиция заштерилась. Документы где? Нет, нет, кому не надо. Вопрос решается. Вопрос сразу снялся. Автоматически. Мне уже не нужны. ЧПС. Все это происходит в здании законодательного собрания. Будет рождаться наглядная агитация. Нам пустой. Молоком не написано, ничего. Я понимаю, на фоне, не знаю, Исаки, наверное. Да может быть законодательном собрании, все-таки власть-то здесь. Высокие власти пока нет. Участники акции. Прошло. Белые, пустые листы, без воздуха. Я понимаю, значит, все вытягиваемые. Как можно сделать так. Без всякого кредита. Это собрание называется. Собрание, понятно. Собрание придется в установленном месте. Закон установлен. Почитайте. Чего вы взяли? Да мы знаем, что закон уже... А конкретно в каком установлено? Я сейчас принесу в 54-й закон, я покажу закон. Хорошо. А в каком установлено? Можно узнать место?
Значит, я предупреждаю, значит, если будут высказывания какие-то, все высказывания, я говорю, политические высказывания какие-нибудь. У нас свобода слова. Я вообще-то говорю, дайте мне договориться. Все написано, вот эти. В остальном я буду смотреть по обстоятельствам. Да. Соответственно, закон, а по закону вы не будете смотреть? Закон, по закону. Нет, просто чем? Стоп, бензин. Бензин по 60 рублей, товарищ майор. Его государство заправляет на халяву. Он сказал, что у него проблем нет с бензином. Да. Видите, вот так. В этих бумагах все написано. Все лозунги. Вот и то. Потому что в нашем государстве... Всех вы знаете. Да, всех вы знаете. Вот так все понятно, как говорили. Менты еще не видели, журналиги уже нашли. Весь компромат выкопали. Вот что тут в карман. А это первая книга, а вторая черная, про коррупцию. Это первая книга. Большая пауза. Начальник милиции советуется с своим высоким начальством и говорит, что там белые листы, на них ничего не написано. Видно, ждет какого-то приказа, указания сверху.